является правильным погружательным крещением, и только оно правильное, а если вас крестили не погружательным... Дайте, куда мы приехали? Мы приехали на охоту в секонд-хенд. Одежда из Европы сегодня, там все по 70 рублей. Ну, то есть каждая вещь по 70 рублей. Пойдем посмотрим, что там интересненького. Вон там уже много людей, вам не видно, там их на самом деле много. Холод страшный, 13 градусов, в общем, и то надо было Коле шапку одеть, у него куртка такая уже осенняя, кофта внизу, в общем, я сама плащ одела, мне холодно, сейчас вам покажу, в общем, в плаще, в водолазке. Ребят, мне кажется, что мой багаж, моя, точнее, мой гардероб, который у меня там дома, увеличился уже где-то раза в полтора. Да, прошу прощения, я с Болькой, ну, никак ее не спрятать, причем она замазанная. В общем-то, почему? Потому что, ну, опять у меня началось, у меня всякие секонды. Вот, например, сегодня, правда, это не по размеру он мне маленький, но мне так он понравился, это такой... Типа, знаете, комбинезончик. Вообще не комбинезончик, а это типа ночная какая-то, да, Коля? Это на ночь, типа пижамки. Вот. Ну, в общем, я уже дома. Когда помоешься, можно, говорит, использовать это одеть. В общем, мы увидели, мне так понравилось. Ну, я так прикинула, что если будет немножко коротковатый, ничего страшного. Да, они мне коротковаты. В общем, девочки, я посмотрела, здесь 12-13 лет. Мне 31 год, я купила себе шмотку на 12-13 лет. Вообще, вот правда, смешно. Но, кстати, прикольная штука, она греет. В общем, я уже два или три раза заходила в секонд, понемножку покупала. И сегодня я была в каком-то новом секонде, который мы вот только недавно обнаружили, там по весу идет. И как бы каждый день вес уменьшается. Одежда из Лондона, по-моему, называется. Так, ну там действительно фирменная одежда, то есть я, по крайней мере, то, что я просмотрела, там нет каких-то таких, знаете, марок, то есть там очень много всего там неизвестного, и вот эту вот милаху я купила там. Да, вообще хотела, не знаю, купить пандочку, там такой же был комбинезон, только пандочка, ну, Коля говорит, мам, давай с вот бантиком. Этого... С бантиком. Давай. Да, давай вот это возьмем. В общем, не знаю, завтра последний день распродажи, в пятницу по 250 рублей за килограмм, сегодня было 450. В общем, не знаю, посмотрим, как там работа, проснемся мы, не проснемся, мы еще завтра в кинотеатр собрались. Нет, и... Вот, тоже комбинезончик. Да, а Коля себе, да, захотел халатик с пандочкой. Ну,
Он с многовато акулой. Весит, да, в общем, посмотрим. Завтра посмотрим, будет видно, с акулой точно. Сейчас покажу вам, что кожа. Так, вот эту вот водолазку. А, ну я уже сказала, что это мне подружка все дарила. Но я ее, наверное, кому-нибудь передарю. Почему? Она прикольная, у нее материал такой, то есть она классно тянется. Но все-таки, знаете, она все-таки, ну, как маленькая прям совсем. У нее цвет такой интересный, как темный баклажан, не знаю, видно вам, нет. В общем, вот такая вот кофтечка, она с коротким рукавом. Я ее уже надевала, несмотря на то, что у нее нет рукавов, она теплая, то есть у нее материал такой теплый. И вот эта вот штука мне нравится, прям красиво. То есть вот это вот водолазочки, вот эта вставка придает прям такой солидный вид. Девочки, невероятно классное платье. Настя мне говорила, что одела она его всего один раз. В общем, я его уже померила, оно сидит просто шикарно и вообще классно. В церковь будет в нем ходить, рукава 3/4, наверное, да, называются. Посмотрите, какая здесь у нас красота. 36, ну, это, наверное, 42 размер. И сзади я очень-очень люблю, когда сзади замки. Причем я уже здесь успела себе приобрести две вещи. Нет, ну, точнее, вот одна вещь мне подарили, а вторую я приобрела, которая замок сзади. Посмотрите, красота какая. Вот она. Очень, да, согласитесь, прям красиво выглядит, шикарно. Тоже роскошное платье. О, как я люблю вот этот вот материал, типа шифона. Может, это, в принципе, и есть шифон. У него такой фиолетовый, что ли, приглушенный цвет. То есть он не яркий, ничего. Фиолетовый, да? Вот, обалденный. Но я ее буду уже пересылать. То есть я здесь его носить не буду. Почему? Вот видите, он прям легенький. Потому что у нас наступили холода и... Как вот я смотрела по Гесметио, больше 22, например, подниматься не будет. Ну, а я мерзлячка, поэтому я не думаю, что я буду при такой температуре одевать платье. Ну, хотя, кто знает, но я оставлю кое-какие платьишки. Это эсочка размер, очень классное, такое шикарное, прям супер-супер. Будем носить. Так, вот такая вот кофточка мне подарила подружка. Она с пояском. Она тоже такая легкая, воздушная, летненькая, прям класс. И тогда вот такие вот шортики носить дома летом будет очень классно. У меня что-то шортов мало, я их не ношу, и у меня их, в общем-то, очень-очень мало. Вот, это из твое, поэтому будем носить. Они такие легенькие. Ну, Настя мне сказала, что у нее еще есть вещи, поэтому... Будет нам что-то еще, мне что-то еще отдавать. Так, а, и вот еще, ребят, вот такая вот кофточка, она такая легенькая, в принципе, ее вот так вот на улицу выйти, одеть, ну, прикольненькая такая тоже. Так, это платье просто улетное, сейчас я вам его покажу, как оно будет на мне смотреться. Вот, я, конечно, не люблю такие без бретелек, но выглядят они, ну, просто шикарно. Такая вот фирма, цвет... Ну, скорее всего, коралловый. И оно такое, то есть до половины идет подклад, и потом оно как бы немножко ноги оголяет. Девочки, шикарнейшее просто платье. Мне Коля, знаете, что сказал? Говорит, в нем только на свадьбу идти. Ну, это я так одела то, что взяла здесь вот. Ой! Вот, и вот здесь вот оно так. Правда, я не люблю такие платья, ну, вообще вещи, потому что у меня такое ощущение, что вот-вот они свалятся. Сзади-то показать. Вот да, здесь я вам еще не показала, наверное, разрезик сбоку. Так, ребят, такая классная штука. Вообще вот люблю вот эти вот все. В них классно место бюстгальтера его носить. Ну, вот так вот они мне нравятся. Но размер здесь большой. То есть он мне велик. И велик так изрядно. Вот, взяла его либо кому-то подарить, ну, потому что он реально классный, либо оставить себе на вырост. В общем, будет видно. Смотрите, как интересно. Сзади на спине вообще отпадно смотрится. Это у нас... фирма Атлетик.
XL, 48-50. А где сделано? Вам видно, наверное, да? Ну, классная штука. Видно, что качественная вещь. Прям замечательнейшая. И вот она, резинка здесь, резинка здесь. В общем, мне очень понравилось. Опять вещь, которая большевата, но, опять же, или кому-то подарю, или оставлю себе на вырост. Обожаю такие блузочки. То есть она сверху идет как просвечивает здесь, как, ну, как подобие лифа. И, в общем, обожаю такие вещи. У меня, правда, таких нет, но очень люблю смотреть, вот, когда другие женщины идут в таких вот кофточках. Очень красиво, прям шикарно. И она еще на пояске. Размер не знаю, но предположительно 44-46, наверное, как-то так. Вот. Ну, знаете, при большом желании можно ее одеть. То есть она, в отличие от вот этой вот, она не смотрится на настолько большой. Ой, красота прям. Тоже состояние у нее идеальное. Так, это мы покупали уже в другом секонде, и здесь за каждую вещь 70 рублей. То есть это была самая низкая цена в последний день. А, вот такой вот джемперок, очень классный, красивый цвет, понравился нам. Так, сейчас фирму, наверное, вам не скажу. А нет, скажу. Вот. Далее, вот такая классная рубашка, но это уже понравилось Коле, он попросил, говорит, мама, купи мне. Хотя она мне тоже понравилась. Смотрите, вот такая вот марка. В общем, супер. Класс. Да, Калюнь? Красота. Вот такая вот футболочка. Мы взяли. Беленькая. Ага. Еще сзади здесь у нас. Ну, такая на улице бегает, да? Так, и тра-та-та. Вот такая вот курточка. Кстати, фирма так называется. Ага, и вот так вот фирма, смотрите. Прикольная, классная. Только единственное, нету капюшончика, я так поняла. Здесь капюшончик, ну ладно, это не беда. Это все сейчас, конечно, это все не глаженное. Так, это сейчас пойду поглажу, постираю, будет красиво. Так, ребятки, вот еще две пары штанишек. Покупала в одном секонде, правда, в разные дни, по-моему. В общем, ладно, я уже все позапуталась, я думаю, это не имеет никакого значения. Я покупала носить для дома, чисто для дома. Я очень люблю что-то наподобие леггинсов, что-то такое, либо прилегающее, да, либо более свободные варианты. А это у нас будет прилегающий, а здесь немножечко такой свободный, но свободный верхней части, на завязочках. Ну, на самом деле, вот он размер. Фирма, прикольные штанишки, мне понравилось, как они сидят, и понравилось, что здесь вот внизу у нас есть. Но, в принципе, может, даже это и для сна, я не знаю, как они, но я буду носить для дома. Вот эти вообще очень классно смотрятся, это у нас вот такая вот фирма, у меня что-то от нее есть, по-моему, я брала. Вот, прям вот эти очень красивые. Так, следующие джинсы, мне понравился цвет. В общем, я взяла, ну, конечно, у меня были сомнения, вот такой вот 36 размер, ну, это получается на наш или 42, или 44, да, я не знаю с этими размерами, уже путаюсь, вот. Ну, в общем-то, они вроде как ничего, вот здесь вот они сидят хорошо. Ну, а что касается вот здесь вот, то они широковатые мне. Ну, я не знаю, я потом... Может быть, в этом влоге вам покажу и хочу спросить, стоит ли мне так ходить, подвязывая поясом? Ну, здесь вот некрасивые складки образуются. Либо подарить. Я, в принципе, уже знаю, кому я отдам эти джинсы. Вот, подарю. Поэтому интересно ваше мнение послушать. А джинсы очень классные. У них материал такой, ну, наверное, стрейч они или что. То есть они тянутся. Вообще привлекательные. Мне вот они очень понравились. Жалко, что размер пока не совпадает. Школьному папе в подарок купили рубашечку. В общем, не знаю. Кстати, я только сейчас заметила. Гитара и череп. Не знаю, при чем здесь череп, но, в общем-то, вот оно. Вот она такая прикольненькая фирма. Не вижу какая. И сзади, ну, типа герб, эмблема. Но так красивенькая. Она в идеальном состоянии. Я так думаю, что она, да, она, скорее всего, вот она. Видите, этикетка
Наверное, она новая. Вот. Тоже понравилось. Так, ребятки, хочу вам показать обувь. Здесь в секондах продается неплохая обувь. В общем, успела я уже кое-что купить. А это вот в новом секонде. Здесь такая мягкая стелька. Девочки, они такие классные. Пятерка, это на наш 38-й. Вот, они такие обалденные. Я просто, я не знаю. Я таких балеток классных еще не видела. Они удобные, они хоть и тряпочные, но они такие комфортные, такие удобные. Ну и, в общем, вышли они мне на 100 рублей. Представляете? Дефектов никаких нет. Единственное, что вот здесь вот как пяточка, да, немножко примята. Да даже, наверное, оно и не видно. Вот. Ну, как бы вообще. Их, наверное, практически не носили. Очень-очень классно. А вот эти вот ботиночки мне обошлись в 70 рублей. Я была в последний день распродажи. Это осенние ботиночки. Очень мне понравилось. Шнурочки вместе с этим одного цвета, с верхушечкой, с опушечкой. Вот. Ну, согласитесь, ботиночки симпатичные, конечно. Есть дефекты незначительные, но в целом их очень даже можно носить. Они нигде не порваны, нигде не отклеены. Вот такая вот платформа. За 70 рублей, согласитесь. Очень круто. Так, ребят, также вот такие вот сапоги я купила. Это зимний вариант. В общем, тоже за 70 рублей, но уже в другом секонде. Вот. Ну, такие симпатюшненькие. Единственный недостатки это вот здесь вот. Ну, и то, я думаю, это можно как-то закрасить. А так они вот они в замечательном состоянии. И вот, вот здесь вот, видите? Ну, как бы ножки, наверное, терлись, когда. А так супер, я так думаю. Не знаю. Ну, опять все та же платформа, но, в общем, удобно. Я уже померила, так что класс. Так, ребят, сейчас вам покажу, что я здесь купила. В кое-какие магазины заходила по первой необходимости. А вот это вот. Пасту я покупала в Фикс-прайсе. Кстати, классная штука. Она не слишком мятная. Ну, точнее, она вообще еле-еле мятная. Но здесь написано, что мне понравилось описание. Восстанавливает эмаль, запечатывает микротрещины и снижает чувствительность зубов. Так, далее. А есть здесь магазин «Смоленская красавица» называется. И у них в пятницу, в субботу, в воскресенье скидки. 15% на всю косметику, ну, кроме желтых ценников, и 20% на декоративку. Ну, в общем, я пошла, мне что нужно было купить? У меня закончился гель для душа, ну, точнее, я брала от Ивраше такую маленькую баночку, ну, ее там уже капелька, думаю, ладно, возьму. Взяла, он был по акции, девочки, рублей 40, что ли, 50, быть может, ну, как-то вообще мало. Вот такая вот фирма, он идет с кокосом и кумкватом. Здесь целых 300 миллилитров, я уже его пробовала, он очень классный. У него такой, знаете, красивый цвет, похожий на вот на саму баночку. Ну и вообще у него очень классный запах, супер. Вот эту вот фирму я впервые пробую. Так, далее, купила лапочку, потому что Коли я вообще не брала мыть, я... Ну, чем здесь мыться, я решила, что я куплю. Ну, в общем, как немножко подзатянула с покупкой, брали тут Федина. Написано, что без парабенов, без слез и, в общем, протестирован дерматологами. Вот, вот такой вот тоже бутыль, 300 миллилитров. А сколько стоит? Что-то около 120, что ли, рублей. Ну, со скидкой. И аромат. Все вы знаете, что я очень-очень люблю ароматы. Ну, и, в общем, решила я купить хотя бы хоть какую-то малюську. Просто, когда новые ароматы покупаю, у меня поднимается настроение. В общем, взяла такое. Вот, честно говоря, я бы не стала брать, если бы там были тестеры. Но именно на этот аромат тестера не было. Я как бы взяла, купила вслепую. Хорошо, что он стоит недорого. Я не могу сказать, что ужасный там запах. Возможно, я им буду пользоваться, возможно, нет. Запах неплохой, но он мне не слишком, скажем так, пришелся по вкусу. Стоит тоже чуть-чуть больше 100 рублей, 120, что ли. Ну, это маленький флакончик такой. Так, далее. В магазине белорусской косметики. Я заходила, там тоже была распродажа. Вот такая мицеллярная вода с золотом. Стоила
230, что ли, рублей, ну, здесь 445 миллилитров, хватит мне ее надолго, почему взяла. Мне очень понравилось то, что эта вода смывает даже стойкий макияж. Она не щипит глаза, она реально отлично удаляет макияж, там стойкую тушь и так далее. Плюс вот здесь вот мне понравилась шкала есть. Я потом, наверное, бутылек оставлю. Ну, не знаю, это, наверное, наклейка, да, это наклейка, но тем не менее. Вот, плюс она идет с золотом. Так, сейчас вам даже... Мне понравилось, что здесь описание... Так, описание. Здесь коллоидное золото и экстракты пассифлоры и лимона. Так, у меня там детки играются, так что не обращаем внимания. Плюс это не нужно смывать. То есть стерли лицо, сделали что надо и все. И также по распродажке, по акции точнее, были вот такие вот ценюшки. Ну, там несколько вариантов на выбор было. Я взяла вот такие. Так. Так, сейчас носом. Ты что? Не хочет фокусироваться. Ну ладно, я давайте так вот их опущу. Ну они классно наносятся. Так, смотрите. И вот так вот они. Ну, я сейчас что-то перешла на темные тени. Супер. Я уже пробовала сегодня, красилась. Мне они понравились, в принципе, неплохие тени. И тоже немножко не подрасчитала. Брала с собой остатки шампуня от Ивраше. Но, в общем-то, да, мне не хватило. И поэтому зашла сегодня в Магнит Косметик. Купила вот такой профессиональный шампунь. Правда, для сухих и поврежденных волос. Но я не могу сказать, что они у меня какие-то жирные. А на корнях они действительно сухие. И, в общем, решила я попробовать. Интересно мне профессиональную штуку попробовать. Что 134 рубля, по-моему, стоило. Кстати, вкусно пахнет. Из протеина шелка. Хлопковое масло и написано, что без парабенов. И, кстати, объем здесь тоже хороший, 350 миллилитров. Так что будем пробовать. Так, прошу прощения, что я на кухне, но, к сожалению, место, хоть квартира большая, но один в одной комнате, поэтому снимать мне особо негде. Вот такую вот футболку нам привезла тетя, они ездили в Крым, ну, Калинки точнее привезла. Вот она. Решила вам показать. Ну, здесь, в общем, покупки все. Ну, такую любопытную штуку я нашла. Хоть и не люблю такие заколочки, но решила попробовать, почему нет. Фикс прайсе взяла. Так, далее. Вот такой вот комодик фикс прайсе. Смотрите, какой он миленький. 77 рублей. Очень классный. Вот, такой миниатюрный, приятненький. Далее, массажер я купила в Магнит Косметик. На него была скидка хорошая. Он что-то стоил порядка 70 рублей, и скидка более 50% на него была. В общем, я его еще не пробовала. Почему? Потому что нужно купить батарейки, которые в комплект не входят. А так прикольно. То есть вот эта вот ручка, за ручку держим, и он вибрирует, и делаем массаж там на ногах, я не знаю. Далее, почему решила вот эти резиночки показать. Покупала я их в Магните, тоже они были по скидке, что-то рублей за 40. Посмотрите, как их здесь много. Ну, я не знаю, насколько они будут хорошими. Ну, резинки это всегда актуально. У кого длинные волосы там или средние, да даже короткие волосы. Смотрите, какая милота. Вот. И тут вот такие вот все оттенки. Розовый, сиреневый, белый. Гармонирующие. Вот. Тоненькие тоже есть. Ну, посмотрим. Так. Дальше, смотрите, Магнит Косметик я вот еще купила, я уже нанесла на ногти. Хочу попробовать вот эту вот Эвелин. Посмотрим, как что будет. Там было несколько вариантов. Я решила вот купить 8 в одном здоровые ногти. Вот видите, как до и после. Ну, вроде как слышала, что хорошие вот эти вот лаки укрепляющие. Девочки, как мне понравился этот аромат. Это что-то с чем-то. Во-первых, смотрите, название Instagram парфюм. Там были, там, это моноароматы, я так поняла. Там были разные варианты, что-то цитрусы, зеленый чай, бамбук, роза, персик, жасмин. Ну, в общем, у меня был выбор, либо брать персик, потому что я знаю, что мне нравятся воды с персиком,
и либо жасмин. Но, в общем, решила я, что жасмин для меня, наверное, будет каким-то удушающим, и взяла себе нежный персик. Здесь какой-то сладкий аромат, но он не приторный, то есть он не вызывает ни раздражения, ничего, а наоборот, хочется его нюхать. Здесь 30 мл, стоит он 249 рублей, по-моему. Вот, и вчера, значит, я его нанесла, и несколько часов я точно его на себе ощущала. В общем, классный, то есть он не выветрится через час, это точно. Поэтому, если, может быть, когда у них 20 числа, у них, нет, 15 числа у них скидки 20%, я подумаю, и, в общем, если я не разочаруюсь, я, возможно, еще куплю какой-нибудь аромат из вот этой вот серии. Я знаю, что такие еще в Литуале продаются. Ну, вот и все покупочки. Так, далее покупки в основном из фикс-прайса. Это я не за одну покупку, а за несколько раз покупаю. Потому что пока я здесь, я думаю, почему бы не приобретать что-то в фикс-прайсе. Ну и, в общем, да, и буду я просто это все посылкой пересылать, чтобы не тащить с собой много вещей. Взяла себе вот такой вот контейнер. В общем-то, он пригодится в холодильник что-то еду убрать. Как раз вот для второго. Объемчик такой хороший. А просто взяла почитать. Не знаю, мне понравилось название. Я, честно, не знаю. Может быть, даже и не буду читать. Может быть, кому-нибудь подарю. Но купила. 77 рублей, по-моему. Далее взяла ручки гелевые с синими чернилами и... Вот здесь вот на другом конце можно стирать. То есть пишем, потом стираем. Работает, я уже проверила. Пишет хорошо, без проплешин. Некоторые ручки я заметила из фикс-прайса, они прям пишут, они с проплешинами. То есть пишут, потом прекращают писать, потом опять пишут. Мне это не очень нравится, лучше вообще такие ручки не брать. Вот эти пишут хорошо. Мне не очень понравились, поэтому будем пользоваться. Взяла. Знаете, я рисовать не умею, и прям, ну, вообще, ну, никак. Здесь у нас, значит, сначала описано, вот, что такое то, ну, в общем, терминология какая-то идет, ознакомление, потом вот такие вот наброски, то есть начинаем поэтапно рисовать, и здесь можно рисовать. Я не знаю, зачем я купила, честно, но... Может быть, я попробую что-нибудь нарисовать. Может быть, я буду для каких-то записей использовать. Ну, это очень похоже на книжку. Прошу прощения, из серии «Гордость и предубеждения». Дальше. Мой хороший батончик с кокосом. Ну, решила попробовать. Я не помню, кажется, я брала бесшовные когда-то, но они мне не понравились. Ну, в общем, не знаю. Взяла в фикс-прайсе, попробуем, что там как. Коробки для хранения нужны всегда. Здесь я увидела какую-то интересную коробочку для себя. Мне очень нравится клетка, мне нравится такая расцветка. И здесь еще есть кармашки. То есть можно ложить все, что угодно. 99 рублей. Так, ну, тоже люблю милые штучки. Иногда действительно хочется что-то такое купить. Мне очень нравится цвет листов. Я люблю такие оттенки. Ну и все вы знаете, что такие блокнотики очень-очень позитивные. Поэтому для чего-нибудь я буду использовать. По-моему, он 99, что ли, рублей стоил. Далее. Вот такой вот колюньки взяла мимимишки. 55 рублей. Здесь много наклеек. Так, сейчас вот они у меня наклейки отдельно. И на каждой странице нужно что-то наклеивать. Вот уже ребята занимались. Здесь вот тоже лату интересная. Ну, в общем, такая развивашка, где что клеить. Интересная штука. Девочки, купила за 199 рублей энциклопедию. Вообще, Калюньке хотела энциклопедию про динозавров купить. Посмотрим, может быть, я что-то более интересное там, да? Это у нас что? А, это мы игру покупали. А, в общем, здесь про все на свете. То есть, это не на какую-то тематику, а в общем, да? То есть, космос, Земля, динозавры. И здесь мало информации по каждому, но, в принципе, она самая такая... Девочки, мне она понравилась. На самом деле, она яркая, она красивая. Листочки матовые, по-моему. Ну, глянец нам и не нужен, зачем? Главное, что все-таки красиво смотрится все это разными цветами. То есть, это не черно-белый вариант, который и взрослому не особо интересно читать. Вообще, вот эта картинка вообще. Вот. Ну, в целом,
В общем-то, хорошая, хорошая такая общепознавательная, как устроен человек, животный мир, как устроена Вселенная, там динозавры, в результате чего они появились и так далее. Вот, поэтому могу всем советовать. Там еще были другие варианты, честно, не помню. Ну вот, младшего школьника энциклопедия класс. И видите, как бы она... довольно внушительных размеров, она не маленькая. Сейчас энциклопедии дорогие, поэтому я считаю, это хорошая для нее цена. В прошлом влоге я показывала вот такую вот коробку. Я ее купила чисто здесь, Коле, для игрушек, потому что что-то, какую-то мелочевку мы покупаем там, от бабушки подарки, и чтобы все это не путать, складывать коробку. А теперь мне понравилась она, теперь я решила купить домой. А, вот он вариант такой у меня, смотрите. Франция, да, такая вот прелесть. Опять же, можно складывать все что угодно, как одежду, так игрушки, какие-то женские штучки. Вот абсолютно, она такая универсальная. Так, ну и все, это я покупала. Так, что я покупала? А, ну просто здесь рецептики в магните обычные, я иногда такие покупаю. И белорусская косметика, думаю, еще не знаю, покупать, не покупать, но это хорошая цена. Здесь идут две туши у них до... 29 августа за 307 рублей. То есть две туши идут за 307. Потому что сейчас вот я ходила, смотрела, туши очень дорогие, и даже в районе 200 рублей что-то очень сложно найти. Вот. Два мыла жидких за 100 рублей. Здесь гели, кремы для ног. Так. Тут у нас, смотрите, помадка. Так. Кремы. Вот, вот такие вот тенюшки я себе покупала. Так, они 257, а я за 154 их купила. Лаки. Ну, в общем, тут какие-то такие. Парфюмы — это аналоги. Дешевые аналоги знаменитых брендов. Вот Аква, например. Вот. Ну, в принципе, для аналогов нормальная цена. Ну и тут тоже для дома, соответственно, есть. Это вот магазин, еще раз повторю, белорусская косметика. Так, в общем, девочки, куча-куча одежды у меня. И Настя мне еще, в общем, пакет отдала. В общем, да, я еще в секонде была. Но, опять же, я хожу только на самые распродажи, я не выкидываю огромных денег и считаю, что это практично и выгодно. Вот такую вот рубашку, она мне понравилась сзади, она немножко удлиненная, рукава идут, я так поняла, что это такой фасон. Почему? Ну, потому что если бы мне был мал размер, то это бы было видно по ней, да, и плечи самое первое, потому что у меня плечи не узкие для моей комплекции, я считаю. А рукав, он идет, ну, как вам объяснить-то? Ну, в общем, не до конца он идет, а где-то вот три четверти, как он, нет, даже не три четверти. Ну, в общем, классный, классный. Мне очень понравилось, очень люблю клетку. И вообще, да, это мое. Так что я ее даже отсылать не буду. Я ее постираю и буду носить здесь. Далее, смотрите. Мне понравилась она чем? Своей оригинальностью. Ну, во-первых, материал. Во-вторых, сзади она идет клеткой. То есть спереди у нас клетка, только кармашки. Да, и, кстати, мне... смотрите, мне забыли, в общем-то, не знаю, что она сняла, не сняла. В общем, если буду там, отнесу в магазин, если буду в той степи еще. Так, и вот сзади, значит, клетка. Очень классно, очень тоже красиво. Вот такие вот штанишки. Не знаю, девочки, то ли как-то размер эски рознь, да? Вот уже вторые здесь, значит, покупаю штаны, и вот она, эсочка. И вот они все хорошо, но вот пояс и вот эта вот часть, они великоваты. Но я вам покажу, вот эти вот я 100% буду носить, потому что они мне очень-очень понравились. Вот эти вот все вещи, которые я вам сейчас показала, и вот эти они, то есть я в последний день распродажи, 70 рублей. Мне кажется, вот эти штаны будут круто смотреться с вот этой вот рубашечкой. Ну, в общем, они реально, они классные. Мне нравится такая моделька. За счет вот этого я в основном взяла. Так, и сзади вот обычно все. Они в идеальном состоянии, нигде ничего. Тоже их постираю, наверное, буду здесь носить. Ребятки, взяла такую классную штуку. Это
платье, туника там, я не знаю, она мне большая. Но я взяла для чего? Я люблю в таких ходить дома. Это что у нас, наверное, вискоза, то есть она нигде не давит, не жмет, в ней настолько комфортно. Ну и, конечно же, принт. Посмотрите, какие, ну не принт, а, ну да, наверное, да, рисунки. Посмотрите, как замечательно, как изумительно. Олени. В общем, класс. Не могу сказать, что за фирма, что за размер. Я, в общем, сразу ее увидела и поняла, что за 70 рублей я ее возьму. Да, здесь ничего нет. Очень-очень классная. Так, далее смотрим. Вот такая вот классная кофта. Опять же, не могла пройти мимо. Очень красиво смотрится. Она облегает с пояском. Так, Калёньке вот такую вот рубашку. Еще одну рубашку. Это все 70 рублей. Вот, и вот такая вот маечка. Ну, вот это прям очень мне понравилось. Они все без дефектов. И вообще могу сказать, что в Смоленске секонды лучше по... Ну, хотя, знаете, как вот судить? Я в Смоленске уже побыла во многих секондах, а в Оренбурге я в основном хожу в один секонд. Поэтому, с другой стороны, здесь, наверное, судить не стоит, но качество здесь классное. То есть здесь редко встретишь вещи, которые... в ужасном там состоянии, с пятнами, с дырками. То есть я здесь встречаю редко их, не знаю. А, то ли, может быть, отбор у них как-то, то ли что. Так, девочки, это я вот где одежда из Лондона, вам говорила. Невероятно классные. Это вот у нас атмосферы. В общем, очень-очень крутые. Они мне безумно понравились. И кто сходит в секонды, знают, что они на, ну, там, на полке кладут только одну. Ну, то есть одну туфлю или что, и я заметила, что они кладут самую худшую, скажем так. То есть, например, на витрине была вот эта вот, здесь единственный недостаток это вот. Все. А принесли мне абсолютно целенькую. То есть вторую они уже принесли, ну, видимо, чтобы не испортили, это они уже принесли мне из со склада. Ой, девочки, как они классно сидят. Я, кстати говоря, и хотела я такие, они на резиночке, прям... Супер-супер-супер. Ну, я не знаю, есть ли их смысл оставлять. Ну, хотя я оставлю, быть может, я их еще здесь одену. Вот такую вот милую футболочку. Опять же, это мы были в весовом уже. Тоже накупила кучу вещей и потратила что-то там 350 рублей. Вот, ну я сейчас вам еще пижамы покажу. То есть вот это вот все было куплено там. Так, в общем, смотрите. Вот такая вот фирма, эмочка. Ну, наверное, буду носить дома. Люблю я такое. И цвет. Это мой любимый цвет. Так, далее. Все в этом же месте. Вот такая вот классная, классная коптейка. Воздушная. Прям такая легенькая, легенькая. И вот она, смотрите. Атмосфера тоже фирма. Кармашек. В общем, все как надо. В идеальном состоянии. Прям воздушная. Люблю такие на лето. Взяла там гольфы. Ну, тоже в идеальном состоянии, я мерзлячка, поэтому мне одеть что-то, например, короткие шортики или платье и гольфы прям идеальные, люблю так дома ходить. Точнее, я полюбила это с этого года, раньше я так не одевалась. Ну, видите, все мы меняемся, что-то это, ну и вообще классные они, крутые. Это вот все весовое. Девочки, да, моему, как говорится, удивлению нет предела. Вот такой вот классный комбинезон. Я давно себе хотела комбинезон. Джинсовый у меня есть. Хотела простой, вот какой-нибудь такой. Он классный. То есть он, во-первых, ткань. Ну, я думаю, что в нем будет не жарко. Ну, возможно, единственное, что он вот здесь вот нарядненький. Хотя, как посмотреть с другой стороны? Не знаю, мне он понравился. Сейчас я покажу вам сзади. Сзади все на молнии, все как надо. И... вот такая вот фирма, очень-очень круто сидит. Сейчас я попробую померить его, показать вам. И мне кажется, вот с этими вот туфлями будет просто класс. Это у меня дети кричат, не обращая внимания. Девочки, вот так вот. И самое классное то, что по длине, ну прям супер. Ну, это я просто на кофту одела. Так, как вам показать? Вот, здесь кармашки. Все как надо. Мне кажется, классно смотрится. Прям супер. Его даже и на 46 можно размер. Потому что штанишки, они широковатые. Ну, фасон такой, да? Класс. Так, я думаю, что это последний мой
поход был сегодня. В общем, такая вот штука, я хочу ее носить дома. Очень классно, очень позитивно. Ну, такая, она висела там, где платье. Ну, я не могу сказать, что это платье, это, скорее всего, что-то такая туника. Это колюньки, ну, на вырост, потому что она идет у нас на 9-10 лет. Вот такая майка, вы знаете, размер маленький. Но она такая широкая, не знаю почему. В общем, не знаю, может, на наш российский это больше. Сейчас еще. Вот, смотрите, покажу. Дальше рубашку я купила Кольному папе. Вот такая вот она красивая. Штанишки для дома. Что-то сейчас прям очень большое разнообразие. Я вот сейчас в таких в леггинсах. Потом колюньки типа ночнушка. Водолазочка такая симпатичная. И вот такая вот длинная, не знаю, длинная рубашка, наверное. Вот такой вот размер. Ну, она большеватая, но прикольная.